когда прилетают черные птицы. Сюда, птички, сюда, птички, 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 сюда, птички. Держи, маленький дружок. Хочешь немного хлеба, малыш? Немножко хлеба тебе, немножко тебе и немножко тебе. Немного тебе. О, нет. Ох, похоже, перебито крыло. Давай я занесу тебя вовнутрь, малыш. Поставим тебя на ноги. Дорогой, завтрак почти готов. Иду, дорогая. Смотри, Норма, я нашел еще одну раненую птицу. О, Дэрил, ты опять за свое. Что? Никто не должен страдать. Хорошо, милый, но давай побыстрее, а то завтрак остынет. Хорошо, дорогая. Эй, Дэрил. Да, дорогая. Как думаешь, когда мы наконец получим одобрение на ребенка? О, совсем скоро, я уверен. Мы заполнили все документы, прошли все необходимые инстанции. Просто это всегда занимает некоторое время. Да, я знаю, я просто... О, как это будет здорово иметь ребенка, Дэрил. Как бы я хотел вырастить ребенка здесь, на небесах. Вот так, приятель. Теперь тебе надо немного отсидеться. Это займет пару дней, пока все не заживет. Может, у нас будет мальчик? Я бы очень хотела мальчика. О, мальчик, это было бы замечательно. Я открою. Доброе утро! Могу ли я увидеть гражданина Дэрила и гражданку Норму? Да, сэр. Вы оба живете на небесах уже 20 лет, правильно? Да, сэр. Но поздравляю, сэр. Сегодня ваш счастливый день. Ваша заявка на одну детскую душу была одобрена. Так что, если вы и ваша жена изволите поехать со мной, то мы отвезем вас прямо в центр по рождению детей. Это посланник. Он приехал за нами. Норма, сегодня у нас будет ребенок. Боже мой, Дэрил. У нас будет наш собственный ребенок. Наш ребенок. Ребенок. Отлично. Это просто замечательно. О, Дэрил, я так сильно люблю тебя. Я тоже тебя люблю. И из тебя выйдет отличная мать. Теперь пришло время начать процесс рождения. Готова ли ты, гражданка Норма? Да. Вы уже выбрали для него имя? Да. Мы хотим назвать его... Мариус. Маленький Мариус. Готовы ли вы торжественно поклясться в том, что вырастите Мариуса в соответствии с писаниями, которые Кейн предоставил нам?
Да, сэр. Обещаете ли вы держать Мариуса подальше от стены и дьявола, который живет за ней? Да, сэр. Теперь ваша обязанность вырастить своего ребенка прямо здесь, на небесах, так, чтобы какой бы день Господь не вернулся к нам, он мог бы взглянуть в глаза нашего нового жителя и понять, что он полюбит его безоговорочно. Давайте все вместе поблагодарим Кейна. Славься, Кейн! Славься, Кейн! Здесь мы держим личинки младенца. Мы заботимся о них, пока они не созреют. Вы принимаете эту ответственность? Принимаем, принимаем. Мы, конечно, безусловно, принимаем. Да, я так рада принять эту честь. Я хотела этого так давно, сколько себя помню. Тогда посмотрите на всех и выберите того, который покажется вам самым красивым. Не торопитесь и выбирайте мудро. У этого глаза его мамы. О, этот слишком грязный. А у этого слишком много энергии. О, а этот немного толстоват. А этот слишком кривой. А этот весь в венах. А этот слишком большой. Ой, а что случилось с этим? Он просто устал. Он здесь уже слишком долго. Никто не хочет его брать. О, Дэрил. Ой, бедняга. Через несколько дней у нас не будет иного выбора, кроме как избавиться от него. Мы хотим взять его. Милая, ты уверена? Как насчет вот этого? Ты должен меня понять. Ты всегда пытаешься помочь своим птицам. Я хочу помочь ему. Пожалуйста, Дэрил. Тогда поднимите Мариуса и представьте его вашим согражданам.
Процесс успешно завершен. Не ходите за стену. Теперь это твой дом. Ты живешь здесь, с нами. Мы теперь твои родители. Мы будем заботиться о тебе и любить тебя. Расскажем тебе все о небесах, пока ты не вырастешь и не встретишь женщину, и не влюбишься. А потом, когда вы некоторое время будете женаты, вас включат в список для получения своей собственной детской души. Посмотри, милая. Ему уже начинает нравиться Кейн. Это наш спаситель, Кейн. Он наблюдает за нами и оберегает нас от извергов, которые живут за стеной и хотят вернуться на небеса. Поэтому, если бы не он, то нас всех сейчас бы не существовало. Он заслуживает всю нашу любовь, всю нашу хвалу и все наши благодарности. Смотри, ты совсем уже загрузила парня. Он обо всем узнает в учебном центре завтра. Готов поспорить, ты проголодался, парень. Смотри, Мариус, просто втыкаешь вилку в еду, вот так, а потом кладешь ее в рот, жуешь и проглатываешь. Все понял? Нет, нет, дорогая, тебе нужно говорить с ним громче. Мариус, возьми вилку. Нет, вилку. Свою руку. Руку. Свою руку, понимаешь? У тебя их две, смотри. Это твоя спальня. Здесь ты будешь спать, когда стемнеет. Сон — это когда ты закрываешь глаза и некоторое время отдыхаешь. Кейн говорит, что нам нужно спать по несколько часов по ночам. Так слишком много Божьей любви может повредить мозг. Поэтому нам нужно отдыхать. Мы любим тебя, Мариус, и мы очень рады, что ты с нами. Спать — это хорошо, но Кейн еще лучше. Не ходите за стену. Оставайтесь с Кейном. Хорошо, сынок, мы на месте. Здесь ты будешь проводить очень много времени, пока не научишься всему, что нужно знать, чтобы стать полноправным, функционирующим членом нашего общества. Поначалу будет немного сложно все это понять, но потом это начнет обретать смысл. Обещаю. Великая книга Кейна. Хорошо, класс. Пожалуйста, займите свои места. Меня зовут мистер Эппл. Я буду вашим учителем в течение следующих нескольких лет. Теперь прошу открыть ваши информационные справочники на странице 3. И давайте приступим к обучению. Кейн наблюдает. Улыбайтесь, когда Кейн смотрит на вас. Не подходить. Кейн смотрит. Кейн говорит, безопасность на игровой площадке — это важно, но сам Кейн еще важнее.
Привет. Меня зовут Мариус. А как тебя? Иден. А на что ты смотришь? На стену. Разве не интересно, что за ней? Сатана и все ее окружение живет за этой стеной. Наш господин Кейн построил стену, чтобы навсегда избавиться от нее. Понимаете, Кейн и Сатана раньше были в одной команде. Они основали и построили небеса. Но наш смиренный господин Кейн не мог больше терпеть все ее лживые выходки. Она хотела использовать, эксплуатировать нас. И Кейн сделал то, что должен был сделать. Он сделал это для нас. И он бросил ее, эту развратницу. Поэтому мы можем жить в мире. Давайте поблагодарим Кейна. Птичий госпиталь Дэрила. Эй, парень, да ты, похоже, полностью поправился. Мариус, иди сюда, сынок. Хорошо, сын. Поставь его на землю. Смотри, как летит. Видишь, сынок, на небесах все равны. Все существа одинаково важны. Мы живы, и, следовательно, мы все любимы Господом. И Божья любовь безусловна. Поэтому, если видишь, что Божье создание находится в опасности, ты обязан помочь ему. И когда-нибудь, возможно, оно поможет тебе. Ты понимаешь, о чем я говорю, Мариус? Ну что ж, мистер Дентин, думаете, что это хорошая идея подпустить этого парня к стене с плакатом, на котором написано «Я не люблю тебя, Кейн»? Иногда стоит попробовать прогуляться по другой стороне, Джонни. Кейн мне не хозяин, я сам по себе. Я вообще думаю начать есть мясо по пятницам и целоваться со своей женой в засос. Ух ты! Нет, мистер Дентин, не говорите так. Не идите против Кейна. Не делайте этого. Пожалуйста, не делайте этого. О, нет! Мистер Дентин, это Сатана. Я Сатана. Я хочу проникнуть в ваши дома и развратить вашу молодость. И вы ничего не сможете с этим поделать. Боже мой, что я наделал? Если бы я только мог все вернуть, принять и полюбить Кейна такого идеального и совершенного. А ну стой на месте, злодей! Срань господня, это же Кейн! Нет, я собираюсь уничтожить это место и построить свой мир со своими детьми. Нет, даже не думай. Я отправлю тебя обратно туда, откуда ты пришла. Нет, Кейн, нет, я люблю тебя. И это я во всем виновата. Ты лучше меня во всем. И даже выглядишь лучше меня. Пожалуйста, пожалуйста. Возьми меня обратно, Кейн, не пирожок, пожалуйста. Прощай, сука. Огромное спасибо за ваше милосердие, мистер Кейн. Теперь я буду любить вас вечно. И делать все, что вы скажете, дамы и господа, не стоит ее жалеть. Однажды вы поймете, что без приспешников сатаны жизнь на небесах ярче и лучше обычного.
Кейн, я люблю тебя, как отец любит своего сына, как собака любит своего хозяина, как любовники любят друг друга. Я знаю, что это звучит странно, но надеюсь, что ты все понимаешь. Вы зрячи, но вы слепы без его света. Что станет с вами? Кто еще осветит путь в час тьмы? Единственный выбор — примите правильное решение. Пустите Кейна в свои сердца, и вы познаете правду. Ибо нет любви без Кейна, и нет никакой жизни без Кейна. Нет ничего без Кейна. Слався, Кейн! Слався, Кейн! Пожалуйста, маленький мальчик, мне нужна твоя помощь. Мне так больно. Я пыталась перебраться через стену и случайно упала. Я думаю, что я сломала ногу. Пожалуйста, помоги. Мариус, в чем дело? Стена. Там есть отверстие. И я пролез через него. Я знаю, что я не должен был, но я пролез и увидел котенка. И он выглядел таким несчастным, со сломанной ногой. И у него идет кровь. Я не мог проигнорировать эти крики. Я не смог. Ты понимаешь, Иден? Мариус, ты должен меня срочно туда отвезти. Вон там, прямо там. Иден, видишь? Иди, посмотри, а я подожду здесь. Я ничего не вижу. Кто здесь? Здесь кто-то есть? Эй, привет! Меня зовут Иден, ты в порядке? Пожалуйста, мне очень больно. Я упала со стены и сломала ногу. Пожалуйста, подойдите, помогите мне, пока Сатана до меня не добрался. Пожалуйста. Нам нужно помочь ей. Нет, 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 что? Нет. Мы не можем, мы не можем. Она нас поймает. Мы быстренько. Эй, вы дети, отойдите оттуда. О, нет, бежим. Нет, Мариус, нет, мы не можем бросить ее. Мариус, нет, отпусти меня, отпусти. За ними, не дайте ему идти. Все обыскать. Убедитесь, что никто не пробрался через стену. Черт, босс, откуда взялась эта дыра? Быстро заделайте дыру, пока никто не заметил. Убить все, что попытается пройти через нее. Все поняли, босс. Предание гласит, как только вы окажетесь там, то сразу попадете в ее руки, а потом она отведет вас обратно домой и заставит убить вас и всех ваших любимых. Одного за другим. О, Мариус и Иден, как мило с вашей стороны было присоединиться к нам. Простите, мистер Эппл, я не так хороша, как вы, и никогда такой не стану. Мистер Эппл, а вот мне просто интересно, а животные могут говорить? Быстро садись на свое место. Это значит да или нет? Ты уже сам знаешь ответ, Мариус. Вау, нифига себе, Иден. Ты видел это?
Какой здоровяк. Вау, ничего себе, Иден. Ты же понимаешь, что нам нужно вернуться и помочь котенку, правда? Думаешь, это хорошая идея выйти за пределы стены, Иден? Раньше я думала, что это действительно плохо. Но когда котенок заговорил со мной, я не знаю, во мне что-то изменилось. Разве ты этого не почувствовал? Ух ты, Иден, ты видишь это? Мы должны вернуться, Мариус. Мы должны помочь этому котенку. Славься, Кейн. Славься, Кейн. Вернулись за мной. Да, лежи спокойно, и мы поможем тебе. А ну вернись ты, говна кусок, иначе мы сами тебя придем и поймаем. Ты же не хочешь этого, сынок? Быстро, в кусты. Немедленно вернитесь. Выследить их и убить. Не возвращаться без их голов. Сюда, котенок. Кис-кис, иди к папочке. Вы видите вот эти фрукты на кусте? Ешьте по одному. Они сделают вас невидимыми. Что? Ни за что. Они особенные. Смотрите, я попробую первый. Они пошли этим путем. Где же вы? Мы вас не тронем. Я думаю, что я слышал их там. Быстрее, съешь фрукт. Что? Нет. Давайте, тупицы, сюда. Готов поспорить, вы уже подумали, что удрали? Вы, маленькие засранцы. Никто не ускользнет от нас. Никто. Мы просто хотим вернуть вас обратно к Кейну.
Это что за херня? Это что за херня? Уберите его нафиг отсюда. Что случилось? Нам удалось сбежать. Вот что случилось. Я так устал. Может, нам лучше вернуться обратно? Куда пропала дыра? Она же была прямо здесь. Для вас она временно закрыта. Вы сможете вернуться, когда ослабнет воздействие фрукта. И что же нам делать? Пока оно не ослабло. Давайте прогуляемся. Позвольте показать вам мой мир. Что там? Пойдем, я вас познакомлю. Привет. А что ты делаешь там? Я пытаюсь найти путь обратно в сад. А как ты здесь оказалась? Правонарушитель. Давным-давно Бог был совсем один. Он решил жить в одиночестве, один во всей Вселенной. Он создал красивые, сияющие звезды, окруженные крошечными скалами, сделанными из веток и воды. Но все они были пустыми и безжизненными. Ему было так одиноко, и он решил создать что-нибудь новое. Thank you.
Он играл с ними без остановки, придумывая такие игры, что вы представить себе не можете. Затем, когда он исчерпал все возможные идеи, он пришел к выводу, что перерос этих существ, которых создал. Он учил их, но сам не мог у них ничему научиться. Поэтому он не мог полюбить их всем сердцем. Бог захотел что-то новое. Он захотел создать чистую красоту и обрести любовь. У нее была соблазнительная фигура и отверстие вместо выступа. Она была чувственная и пьянящая. И если вы хоть раз ее увидели, то всю оставшуюся жизнь, всякий раз, когда вы будете закрывать свои глаза, ее образ будет возникать у вас перед глазами. О, она была намного красивее Бога. И тогда он познал, как это познать любовь. Но он был не единственным, кто влюбился в нее. И они полюбили меня больше, чем они любили его. Бог испытал то, чего раньше никогда не испытывал. Его сердце было разбито, и от горя росла ревность. И ревность превратилась в гнев. И, наконец, гнев превратился в ненависть. Когда Бог научился ненавидеть, он понял, что материя любви может быть легко порвана. Ему не понравилось то, что она заставила его почувствовать. Он начал уничтожать эти существа. А потом он ушел. Мне было так страшно и так одиноко. Я любила Господа, но для того, чтобы мы могли быть вместе, все остальное должно было быть уничтожено. И теперь, в одиночестве, без Него, я ничто. Я бродила по Вселенной в одиночку. Все искала и искала. И не могла ничего найти. В чем я провинилась? Что я сделала не так? Я не смотрел на этих существ так же, как Бог смотрел на меня. Меня не расстраивало то, что они глупее меня. Наоборот, для меня было честью научить их.
моих спутников, которые останутся со мной навсегда. И всегда будут уважать меня, потому что я пришла к ним. Открыла для них любовь. И я сходила от них с ума, от того, как они двигались, как они выглядели и чем они занимались. Звуки, которые они издавали. Но я стала совершать ошибки. И после каждой ошибки они стали все больше и больше пугаться меня. До тех пор, пока внезапно они не забыли, кто я такая. И они больше не хотели иметь со мной ничего общего. Бог не любит меня. Он меня не любит. И они не понимают меня. Я снова одна. Знаете, детишки, как вы сможете почувствовать себя более уютно? Очиститесь от синтетического искажения плоти вашей души. Смотрите и повторяйте за мной. Так я чувствую себя намного лучше. Я могу почувствовать пульсацию звука каждого отдельного одиночного пучка света, пронизывающего каждую клетку моей раскрытой души и посылающей пульсации жизни вверх и вниз по моему спинному мозгу. Не сопротивляйся, малыш. Ты застрял в своей оболочке. Ты же не хочешь, чтобы твоя душа застряла в этой оболочке.
Какого хрена ты делаешь на улице во время комендантского часа? Ты очень разочаровал меня, сын. Сколько раз я просил тебя, чтобы ты случайно не выпадал в окно в середине ночи, не попадал в какое-нибудь ночное романтическое приключение с девушкой на улице, которая заставит тебя бегать от отряда по борьбе со злом. Недавно последователи сатаны уже как-то напали на нас. Разве ты не слышал про уровень сигнала оповещения зла? Пурпурный, синий, зеленый круг. Большое спасибо, ребята, что вернули домой нашу радость и гордость. Ты мог перебудить всех соседей, а их газоны и так уже зеленее, чем мои. Это все, что мне нужно. Он был самый слабый из всего помета, как сказал нам послание. Не хотите печенье, ребята? Все нормально, мэм. Просто держите его подальше от окон, пока он не научится спать получше. Будьте уверены, что будем. Сын, месяц никаких окон. Нет, это не совсем справедливо. Хорошо. Как насчет недели? Мы разобрались с этим, как отец с сыном. Нам лучше идти. Нужно держать это дерьмо под контролем. Если я снова поймаю его у стены, то я буду вынужден использовать чрезмерно грубую силу. Вы поняли? Конечно. Еще раз спасибо, офицеры. Я провожу вас. О, Мариус, я так счастлива, что ты дома. Я так сильно люблю тебя. Ты в порядке, мама? Все хорошо, дорогой. А теперь давай, готовься ложиться спать. Ты уверена? Я уверена, что уже полночь, и что пора ложиться спать, мистер. Нет, я имею в виду... Эй, ты не слушаешься свою мать? Быстро в постель, молодой человек. У тебя завтра длинный день заколачивания окон. Но папа... Пошел, засранец. Напомни ему, что ты его любишь. Я люблю тебя, сын. Скажи ему, что он особенный. Ты особенный мальчик, Мариус. Не думаешь, что я был слишком строг с ним? Нет, из тебя получается отличный отец.
Где я? Успокойся, дитя мое. Лежи спокойно. Все это скоро закончится. А что случилось? Ты потеряла благосклонность своего настоятеля, дорогая. А кто ты? Да, кем ты сама захочешь, чтобы я была. Помогите мне. Не бойся их. Они наполнят твои вены новой кровью. Слышишь этот звук? Так ты понимаешь, что ты все еще жива. Это на вкус, как мечты. Твоя жизнь бессмысленна. Ты просто раб, гонимый существом, что идет сзади и погоняет тебя. Это миленькое маленькое личико, что ты носишь, всего лишь иллюзорная оболочка. Для того, чтобы удерживать все жидкости твоего тела. Когда твое эго освободится, ты просто найдешь себе новую оболочку. Ты должна выбрать свою новую форму, а потом войти внутрь зверя. Ты не более чем животное со сломанной ногой, которая хромает по дороге своей жизни жалкими шажками. Твой друг сбежал с тайными знаниями. Ты должна найти его, и ты должна убить его. Остальные не узнают, кто ты есть на самом деле. Ты теперь выглядишь, как и я, как животное. Ну здорово, незнакомцы. Добро пожаловать на Рачо Кейна. Не знаю, как насчет вас, но я бы спел песню прямо сейчас. Что скажешь, Лолипоп? Не хочешь спеть песню для детей? Лолипоп, где ты? Я здесь, дядя Ти. Где? Я прямо здесь. И что во имя Кейна ты там делаешь?
О, дядя Ти, это замечательно. Тебе стоит подойти сюда. Кейн говорит со мной. Кейн делает что? О, дядя Ти, Кейн говорит со мной прямо сейчас. И ты не можешь прерывать Кейна. Садись рядом со мной, и ты сможешь услышать его и поговорить с ним. О, нет, дядя Ти, посмотри. В чем дело? Кейн хочет снова что-то сказать? Ой, думаю, дядя Ти, что это мертвый птенец. Фу. О, это ужасно. Но ты же знаешь, о чем я подумал. Кейн хочет что-то сказать с помощью этих маленьких мертвых птиц. И ты знаешь что? Что? Каждый раз, когда маленький крошечный птенец умирает и падает на землю, Кейн показывает нам, как сильно он любит нас и как сильно нас ненавидит сатана. О, я ненавижу сатану, дядя Ти. Видишь, Мариус? Ты видишь, что происходит, когда ты выходишь из дома? Мы все ненавидим лолипоп. Эй, берегись, не позволь этим муравьям укусить тебя. Кейн снизпослал нам этих муравьев, чтобы они могли есть мертвых, и нам не пришлось смотреть на эти уродливые трупы. О, тогда бы я споткнулась от рук моего мертвого дедушки по пути в церковь. Именно, лолипоп. Как ты видишь, Кейн подумал обо всем. Что случилось, Норма? Норма? Норма, что ты делаешь? Мариус, не смотри. Что происходит, папа? Не смотри, закрой глаза. Пожалуйста, Дэрил, пожалуйста, помоги мне. Папа, почему ты не помогаешь маме? Что происходит? Ты не понимаешь, Мариус, пары, они не могут видеть друг друга без одежды. Что? Почему? Это одно из правил. Господи, чему они вас учат в этих школах? Но мы не можем просто позволить ей там страдать, папа. Это небеса, сын. На небесах никто не страдает. Папа, это же мама. Мы должны что-то сделать. А как насчет мороженого? How is it? Ну и как оно? Мариус, вкусно? Я не знаю, папа. Я не в настроении для мороженого прямо сейчас. Да перестань. Для мороженого всегда есть настроение. Я кричу, ты кричишь, мы кричим. Все мороженого хотим. А если серьезно, кричи только тогда, когда находишься в серьезной опасности. Иначе люди тебе никогда больше не поверят. Может, хотя бы посмотрим, как оно там? Ты все еще раздета? Дэрил, пожалуйста, Дэрил, помоги. Нам лучше немного подождать. Похоже, она не в настроении. Пожалуйста, пожалуйста, хватит. Ха! Посмотри-ка на себя. Поправился? Будьте добры, не осчастливите ли одну маленькую птичку хлебными крошками? Мариус, это было не смешно. Эй, эй, сюда! Что за... Посмотри вниз, мил человек. Ты можешь говорить, конечно, и могу. Разве они вас ничему не учили в школе? Нет, но я имею в виду, возможно... Эй, расслабься, нет проблем. Может быть, они просто забыли, я имею в виду. Они забыли твоего сына научить, что делать с обнаженными девушками. Твоя жена в другой комнате весьма болезненно что-то рожает. Ты должен пойти туда и помочь ей. Но птица, я не могу войти туда, когда ее пирожок у всех на виду.
Я уверен, что при этих обстоятельствах ты будешь прощен за свои прегрешения. А ты можешь слетать посмотреть, нет ли там сатаны? Даю слово, мил человек, там нет никаких признаков зла в настоящее время. В вашей гостиной только красота и таинство рождения ребенка. Иди и посмотри сам, давай. Пожалуйста. Хорошо, сейчас все сделаю, жди здесь. Да, сэр, кажется, что здесь все в порядке. Сынок, я хочу, чтобы ты пошел и привел помощь. Но, папа, я знаю, что это не имеет значения. Мы должны помочь матери. Так что иди. Хорошо. Я люблю тебя, папа. Я тоже люблю тебя, сын. Так Кейн ясно дает понять, что пока вы живете с ним, вы никогда не умрете. Помогите мне, пожалуйста, пожалуйста, помогите. Моя мама голая, папа разговаривает с птицами. Помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь, помогите. Кейн, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь для меня, кто никогда не делал. Ты помог мне выбраться, ты избавил меня от тьмы. Не позволил мне утонуть в темноте. Он словно слизняк, который ползет по лезвию бритвы со всей его слизью, и это разрезает его пополам. О, чувак. Он все понял. Я видел его раз. Он приходит ко мне по ночам и подкидывает хорошие идеи. Он говорит мне, неси слово мое, и я присмотрю за тобой. Дэрил, пожалуйста, что-то выходит из меня. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Пожалуйста, мне больно. Эй, конфетка. Дэрил, ты в порядке? Дэрил, пожалуйста, вытащи это из меня. Мне нужно принести тебе попить, прохладное полотенце или еще что-нибудь. Дэрил, Дэрил, я говорила с Господом. О, да? Он не вернется. Что? Он не сказал, почему? Это не по моей вине? Он не вернется, потому что это не рай. А теперь внутри меня демон. Демон? Дэрил, Дэрил, пожалуйста, вытащи его из меня. Вытащи его из меня. О, небеса. Помогите мне, помогите. Отец говорит с птицами, а мамочка голая. Не с места. Опусти оружие или приготовься к смерти. Черт, черт, кто-нибудь, помогите мне, кто-нибудь, помогите. Somebody help me.
Код темно-серый. Код темно-серый. Приступаем к плану X. Уничтожить очаг эпидемии. Если вы это видите, то вы сейчас умрете. Дэрил, Дэрил, просыпайся, Дэрил. Дэрил, проснись. Вставай, вставай, Дэрил. Мне нужно, чтобы ты сделал что-то для меня. Твоя жена очень особенная леди, и что-то важное у нее внутри. Но ей слишком тяжело, чтобы вынести все это одной. Ты можешь сделать для меня кое-что? О чем ты говоришь? Пожалуйста, милый человек, ты же раньше всегда помогал птицам. Что нужно? Это сюрприз. Что мне делать? Иди на кухню и возьми нож. Классный, большой, острый, сверкающий нож. Один из тех, что ты заказал недавно из своего журнала. Да-да, в котором на видео разрезали консервные банки пополам. Ну и что мне делать? Принеси его в гостиную, разденься. Ты же не хочешь забрызгать одежду липкой слизью. В конце концов, чистота — сестра благочестия. А ты не хочешь, чтобы тебе было стыдно перед Богом, когда он вернется, да? Ложись рядом с ней и обними ее, да? Не волнуйся, милая. Говорящая птица обещает, что все будет хорошо. Удобно, правда? Продолжай, не стесняйся, двигайся вместе с ней, пока не почувствуешь покалывание. Это дар Господа за правильно прожитую жизнь. Это любовь, Дэрил. Это любовь. Это чувство любопытно и приятно. Могу поспорить, что это так. По мне, мил человек, так ты весь светишься. Совсем не стесняешься. Она так податлива. Она полностью обтянула твой кончик. Она доверяет тебе полностью. Ты теперь можешь взять нож и сделать отверстие в этой мерзости, чтобы выпустить ее в этот мир. О, да. Выходи. Выходи. Быстрее. Не дай этому сбежать. Поймай его. Я люблю тебя, Норма. Я скоро вернусь. Я обещаю. Быстро! А теперь пошли. Бежим, бежим. Рубите их на части. Рубите, словно свиней. Убить их. Убить их. Режьте этих мудаков. Хотите поиметь меня? Я покажу вам, с кем вы нахрен связались. Отведай мои стали, долбанные жертвы. Режьте, скрывайте эти мешки из плоти. Валите всех нахрен. Убить их всех.
Снова ты? Где твои родители, мальчик? Пожалуйста, Господь, пожалуйста, спустись с неба на своей алмазной колеснице, заряженной четверкой белых лошадей, которые могут летать на своих ангельских крыльях. Пожалуйста, Господь, пожалуйста, сойди с небес и забери меня с собой. Господи, это ты? Ты пришел за мной? Ты вернулся? Ожидание закончилось. Мэм, мы нашли вашего сына, бродящего по улице, бормочащего что-то о своей матери, что она ходит обнаженной у себя дома. Это является преступлением и наказывается изгнанием. Это правда? Я встретила Господа сегодня. Черт возьми. Сэр, у матери мальчика раны между ног. Как мы должны действовать? Ясно. Гражданка Норма, из-за измены ваше право на существование в этом мире было аннулировано. Готовьтесь к эвакуации. Ты мое солнце, мое единственное солнце. Ты делаешь меня счастливее. Ты никогда не узнаешь, дорогой, как сильно я люблю тебя. Пожалуйста, не уходи, мое солнце. Разве я не говорил вам? Я же сказал. Кто здесь главный засранец? Я здесь главный засранец. О, да. Кто мужик? Кто мужик? Кейн, мужик. Кейн. Ваш Кейн. Кейн. Go, Cain! It's Cain! Go, Cain! 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 Да он просто великолепен. Здрасте. Как ты мог? Тебе мало того мира, что я создал для тебя. Тебе нужно было вернуться обратно к ней? Я не понимаю. Что бы я ни сделал, что бы я вам ни дал, вы, в конце концов, любите ее больше. Я просто не понимаю. Я просто хотел помочь раненому котенку. Я хотел сделать все правильно. Ты принес ложь на небеса. Но я все понимаю, Мариус. Больше, чем ты думаешь. Я понимаю, что она очаровательна. Но знаешь что? Она поимеет тебя, Мариус. Она поведет тебя по неверному пути и потом поимеет. Знаешь, ты меня ни разу не восхвалял. И как я должен понять, что ты любишь меня? Я не хотел, чтобы так все произошло, простите. И я думаю, что вы намного красивее, чем ты никогда не должен произносить ее имя. Называю имя, ты признаешь ее существование, и это питает ее эго. Покажи мне, как ты молишься.
Ты нахрен перестанешь мне врать, ты. Говори правду. Что вы хотите знать? Я расскажу вам все. Скажи мне, на что похож ее голос? Она удовлетворяла тебя? Она говорила обо мне? Я не знаю, чувак. Что-то о личинках, еще какое-то безумие. Так ты на самом деле разговаривал с ней, а ты ел ее сраные фрукты. Это меня не удивляет. Знаешь, когда-то было время, когда она любила меня. И хоть я стараюсь о ней не думать, часть меня всегда хочет вернуться к ней. Она как призрак девушки, которая все еще жива в сердце, преследует меня. И я люблю ее так же сильно, как и ненавижу. И там была она, самое красивое существо, которое когда-либо видел. Высокая, стройная девушка с длинными светлыми волосами клубничного цвета и губами, которые только и умели, чтобы произносить мое имя. Я знал, что каждый миг своей жизни я должен прожить только с ней. Привет! Я никогда не чувствовал никого так, как тебя. Твоя кожа, твои губы. Ты совершенно, дорогая моя. Ох, как мне нравятся звуки, которые выходят из твоего рта. Я мог бы просто лежать здесь и говорить с тобой всю ночь напролет. Я чувствую себя в полной безопасности с тобой. И что ничего плохого не может случиться. Почему другие боятся меня? Ну потому что ты другая. Они не понимают тебя так, как я. Фрукты. Может быть, ответ в этом? Можешь помочь мне накормить остальных? Как вы можете сказать «нет» этим глазам? Ты так красива! Ничто не может сравниться с твоей красотой. Спасибо, да. Вы очень любезны, спасибо. Мне не нравится, что другие кушают твои плоды. Что ты имеешь в виду? Мне от этого не по себе. Это несправедливо по отношению к остальным. Это было бы эгоистично не поделиться с ними. И вдруг я перестал себя чувствовать особенным. Не бойся, но я никак не могу перестать думать о тебе. Наконец-то я встретил тебя в одиночестве. Ты нужна мне. Ты не выходишь у меня из головы. Твои изящные изгибы, эти сочные губы, запутанные оранжевые волосы, ты засела глубоко в моем мозгу. Ты нашла способ овладеть моей душой. Ты просто сводишь меня с ума. И ты вызываешь странные ощущения. У меня все зудит и чешется. И как бы сильно я ни чесал, оно не проходит. У меня уже все опухло. Пожалуйста, просто прикоснись ко мне. Пожалуйста. Что? Отстань от меня.
Я сделаю ради тебя все, что угодно. Я могу разделить на части гору. Могу обезгладить любого зверя. Я бы даже смог ходить по воде, если бы нужно было тебя спасти. Так как насчет того, чтобы узнать друг друга поближе? Хватит, прекрати, пожалуйста. Прекрати. Что это? Один за другим все они нашли свой путь к вершине холма в тот день, и каждый получил свою порцию наслаждения там. Они тряслись и очищались все сразу. Она просто раздвигала ноги и излучала новые сочетания цветов. И все для этих ничтожеств. Когда ты влюбляешься в нее, то понимаешь, что другие только проекции цветов, которые ты уже видел. Господь, это ты? Неужели это ты? И это был день, когда небеса разверзлись, и Господь совершил смерть. Она опустилась в виде дождя с небес, в это месиво страсти и грязи. Те, кто решил пожертвовать своей девственной красотой со своей шлюхой-богиней, были лишены их идентичности и вынуждены остаться на их выжженной планете, словно пятна на белоснежном голубе. Она утверждала, что она была более красивой, чем Господь, но смерть была более красивой, чем она. И в качестве последней капли мести Господь решил, что ей никогда не будет позволено умереть. Нет. Что ты наделала? Будь ты проклята! Будь ты проклята! Я надеюсь, что тебе понравится жить в этой яме до конца своих дней. Я собираюсь стереть тебя. С этого момента ты не существуешь для меня. А теперь оставь меня в покое. Но я был не единственный, кто остался в живых. Многие из нас выжили, и мы все видели, на что способны небеса. Мы знали, кто это был, и что нам когда-нибудь он вернется к нам. До тех пор мы должны были поклоняться, уважать, и прежде всего, мы должны были бояться. Но наши взгляды разделились. Некоторые считали, что ее фрукты несли благо, и что с их помощью можно было много понять и многого добиться. Мы пришли к соглашению. Те, кто хотел жить с чистой любовью к Господу, пошли со мной. Остальные предпочли остаться в лесу, как животные, навеки ослепленные цветом ее лжи. Кейн, 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 ты там, Кейн? Ты меня слышишь? Алло? Кейн? Какого хрена? Я тут пытаюсь рассказать историю. Извините, сэр, но мы нашли отца мальчика. Он только что прошел через стену, и он был голый, и он что-то нес. Ну просто фантастика, лучше не придумаешь. Плюс ко всему, я забыл, на чем я остановился. Простите, сэр. Идите через стену и поймайте его. А вы уверены? Ты слышал меня? Надень свой маленький шлем и садись в сиденье большого мальчика, большого гребаного танка, что у меня есть, и сотрите его с лица планеты. Ты все понял, тупой придурок? Сэр, да, сэр. Где я?
Ты проснулся от своего сна. Откуда выходит этот воздух? Из твоих легких, Дэрил. Где Мариус? Где Норма? Не беспокойся о них, они в порядке. Наверное, собрались перед телеком и смотрят вечерние новости про помощь своим друзьям-птицам. Замечательная, интересная человеческая история. Как думаешь? Похоже, здесь полно животных этим вечером, тебе не кажется? Забей на них и продолжай двигаться. Почему они смотрят на меня? Потому что они ненавидят тебя и хотят испробовать твою мягкую плоть. Мне не нравится, что эти глаза смотрят на меня. Просто заткнись. Ты слишком глуп для этого разговора. Просто продолжай двигаться. Я хочу быть другом. Но я не знаю, как с ними общаться. Почему он это делает? Почему он собрал всех нас в этом месте и не позволяет говорить друг с другом? Послушай, ты, бессмысленная трата плоти. Единственный способ, которым я могу вывести нас, лежит через врата Бога. Но мне нужно сначала ее открыть. Так что ты или поможешь мне сделать это, или мои друзья поддержат тебя, а я выклюю твои гребаные глаза из твоего тупого черепа. Теперь ты меня понял, или я должен выражаться попроще, чтобы твой маленький тупой мозг смог это обработать? А? Мне как-то не по себе. Это все выглядит как-то странно. Думаешь, ты первый человек, который путешествует по этому пути просвещения? Думаешь, ты кто-то особенный? Если бы ты гнил с краю дороги, то я даже не остановился бы, чтобы обглодать твое лицо. Заткнись, заткнись! Хватит со мной говорить. Заткнись. Просто оставьте меня. Оставьте. И хватит со мной говорить. Почему бы тебе просто не убить их, Дэрил? Убей. Принеси оружие со своей стороны и убивай их одного за другим. Убей их, Дэрил. Убей их, Дэрил. Убей их. И съешь их, обладай их кости. Попробуй их душу. Прекрати. Просто оставьте меня в покое. Дэрил, хватит плакать, Дэрил. Дэрил, перестань плакать. Успокойся, не плачь, Дэрил. Calm down. Don't cry, Дэрил. Daryl, stop crying. Stop crying, Daryl. Я просто хочу разговаривать с животными. На равных. Come on, давай, Daryl, мы здесь. Давай, Daryl, вставай. Мы здесь. Come on, Daryl. Get up. We're here. Now you can talk. Теперь ты можешь поговорить с любым животным, каким хочешь. Я обещаю. Просто открой глаза. Okay. Okay. Хорошо, хорошо. What are you? Что ты такое? Помести это животное на алтарь. Что? Я сказала, помести существо на алтарь. Скажи мне, что ты такое? Мы — остатки древних людей, выбравших путь жизнедарителя. Вместо монстра на небесах. Что ты от меня хочешь? У тебя в руках единственное, что когда-либо рождалось от девственницы. В ее глазах это самое прекрасное, что могло быть создано. Вот почему я хочу, чтобы ты выпустил ей кишки и повесил их перед ее гребаным лицом. Никогда! Она должна быть наказана за то, что она сделала.
Каждую секунду она должна проживать в агонии, так же, как и мы. Выхода нет. Лучше всего сделать так, как она говорит. Будь счастлив, что ты встретил ее раньше остальных. В противном случае ты бы закончил, как и я. Я сказала, убей это. Давай, Дэрил, сделай это. Воткни лезвие прямо в ее сердце. Оно убило твою жену, помнишь? И оно все равно зачато не от твоего семени. Посмотрите в ее глаза. Они настолько яркие и полны жизни. В них есть душа. Заткни пасть и делай то, что я говорю. Всемогущий Кейн, пожалуйста, открой небеса, чтобы я мог увидеть твой свет. Пожалуйста, открой свое сердце, чтобы я мог получить твою любовь. Что ты делаешь? Пожалуйста, открой ваш дом, чтобы я никогда не был одинок. Заткнись прямо сейчас, ибо я люблю тебя, всемогущий Кейн. Хватит это говорить. Если я должен найти себя в темноте зверя, то дай мне возможность видеть сквозь темноту и найти свой путь еще раз. Я сказала, заткнись, закрой свой рот. Всемогущий Кейн, пожалуйста, открой небеса, чтобы я мог увидеть свет. Пожалуйста, открой твое сердце, чтобы я мог получить твою любовь. Прекрати говорить это. Пожалуйста, открой ваш дом, чтобы я никогда не был одинок. Ибо я люблю тебя, всемогущий Кейн. Если я должен найти себя, потерявшегося в тени зверя, то дай мне возможность видеть сквозь темноту и найти свой путь еще раз. Какого черта вы делаете? Сэр, вы сказали нам следовать за отцом мальчика. Я не говорил ломать эту гребаную стену. Вы что, совсем выжили из ума? Нет, сэр, извините, сэр. Вы правы, сэр, я дебил, сэр. Давай, ты, глупый долбанный кролик. Откуда у кролика голубые глаза? Ты сраный арийский кусок дерьма. Да пошел ты, зайчик. Дай мне руку. Давай же. Ну давай. Я подниму тебя, не бойся. Кейн здесь. Я предупреждал тебя не ходить за эту стену.
Слався, Кейн! Слався, Кейн! Каждый раз происходит одно и то же. Я создаю их. Они забывают меня. Познают заново. А потом влюбляются. Затем они уничтожают друг друга. Это проблема чистой красоты. Никакие два человека никогда не увидят одно и то же. Они будут бороться за цвет ваших глаз, игнорируя все ваши слова. И теперь каждый из них хочет вернуться обратно в пещеру. Как правило, случайно или через лживые сны. Как только они узнают меня, они пытаются забраться внутрь меня. Но я им не позволяю, и это сводит их с ума. Теперь я познала правду. Он не ждал меня с распростертыми объятиями. Он больше не хотел меня. Он хотел, чтобы я оставалась связанной, чтобы я не могла быть рядом с ним, а лежала здесь с плотно закрытыми глазами, то погружаясь, то выходя из сознания, в котором я в мечтах лежу рядом с ним, и он шепчет мне прощение в мое ухо, молясь, чтобы этот мир, который он создал для меня, все еще был здесь, когда я проснусь. Злые личинки не могут доверять свободе, данной ей своим создателям. Так как одна личинка подчиняется великому небесному монстру и его сыну, это их выбор подчиняться злу, творить зло и не принимать любовь, что неминуемо приводит к смерти. Но добрым личинкам король вселенной прощает некоторые их грехи, дает новые тела и обещает вечную жизнь с ним на небесах. Великий принц небес дает своим последователям тела, похожие на его собственные.
Кейн уничтожает зло и всех, кто за ним следует. Добрые личинки, что следуют за ним и за его писаниями, обретут вечную жизнь вместе с принцем. Вы член королевской любви. Ради своей же безопасности и сохранения своей души не переходите на темную сторону и не пересекайте стену. Пусть этот фильм послужит вам предупреждением и усилит веру в меня вместе с ярким светом в вашей груди и любовью в глазах. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Я есть дорога жизни и правды. Я Кейн. Перевел и озвучил Бэт Баджо. Следующие сцены показаны в случайном порядке. Они были вырезаны из фильма. В некоторых отсутствует звук, музыка или незакончена работа над анимацией. Арена детей-личинок. В оригинале Дэрил и Норма отправляются из своего дома в церковь, в спиральную комнату. Едят фрукты, вырубаются. Приходят в себя на большой арене полной жителей, где посланник произносит речь перед тем, как идти в пещеру с личинками. Им выдали робы, и с этими робами начались проблемы с анимацией. Чтобы фильм шел быстрее, я решил вырезать эту сцену. Вот что от нее осталось. Lover of my soul, built
this perfect place, staring into the sun, blinded by your beautiful face. Amen. Hail Cain. Praise Cain. Praise Cain. Amen. Yes, children. Yes. My folk, we are gathered here today for the most joyous occasion of all. An occasion where we bring a new child's soul from the previous world into heaven. Give praise to our Lord. Give praise to our Savior, Cain. Citizen Daryl and Citizen Norma, please step forward. The time has come for the two of you to walk the path of glory and choose the worm baby that will grow into the child you so desire in your hearts. Follow me. Реакция на ТВ-шоу Кейна. После семейного просмотра шоу семья обсуждала просмотренное перед тем, как послать Мариуса в постель. Я подумал, что эта сцена слишком затягивает первую часть фильма и вырезал ее. No sugarcoating or bull malarkey at all. What did you think, son? I don't get it. What did the evil one do? What do you mean? What did she do to make her so evil? It must have been bad. Well, she lied. A lot. Lying is very bad, son. What did she lie about? Well, I mean, there was that time where she... You know what I'm talking about, Daryl? That one time when... You know, I think I know exactly what you're talking about. The time with the coins, right? Yes, yes, the time with the coins. Great. Well, now that that's settled, what do you say we hit the hay? Good night, son. I love you. Огромный кричащий рот. В оригинальном сценарии посередине города находится рот, который заманивал жителей своими криками за пределы стены, но потом от этой версии решили отказаться. Cover your ears, son. Don't listen to it. It'll be over in a minute. Don't listen to its lies. Don't let it speak to you. What was that sound? Why is everything shaking? Who wants breakfast? Oh, I do. Me. But wait. What was that? What was that sound? Guys, wait. What? Did anybody else hear that? Where are you going? Breakfast? What was that sound this morning? Norma? Well, son, that was the sound of the evil one. What was she doing? Crying. Lamenting. Begging for forgiveness. You see, son, she wants to come back to heaven so badly that she sits outside our walls and screams.
sometimes all day. And do you know what we do when she screams? We close our eyes. Close our ears. We do not listen. We ignore her till she goes away. And then we never talk about it again. We act as if it never happened. Do you understand? Yeah, I guess I just... Great! Then off to school with you! You know you're only gonna be able to do this so many times. Разговор отца и сына номер один. Изначально, перед тем, как Маркус и Иден пошли спасать котенка, Мариус разговаривал с отцом, и тот рассказывал ему одну историю про Кейна. Мне эта сцена понравилась смешной, и я решил ее вырезать, чтобы не превращать фильм в балаган. Who wants some bread? Hey, Dad. Have you ever noticed that heaven has a lot of birds? What's up with that? Really? You think so? Guess I never really noticed. This is all just so confusing. I wish you could explain it to me better. I mean, are you even sure God's coming back? Well, yes, son. Haven't you been listening? Cain has told us that God should be back any day now. Daddy's been saying it for months now! Easy come, easy go. Hey, Dad. One more thing. Can animals talk? Did you say something, son? No. Котенок в зловещей ловушке. Изначально, когда дети пошли спасать котенка, котенок попал в ловушку какого-то мутанта-медведя. Но я подумал, что не смогу сделать правильную анимацию и решил удалить сцену. Oh, you came back for me. Yes, just stay still. We're going to rescue you. No, wait! Don't touch me! No, please! It's a trap to keep the evil one out. Please, get it off me! Okay, Marius, grab a side, and on the count of three, we both pull, okay? One, two, three! Мариус рассказывает историю. Когда Мариуса поймали, он рассказывает историю, что выпал из окна. Я посчитал эту сцену забавной, но повторил эту шутку позже, словами Дэрила. Разговор отца и сына 2. После того, как Мариус бегал по городу и искал Иден, он вернулся к отцу, чтобы помочь заколотить окно. Опять же, я вырезал эту сцену, чтобы ускорить события в фильме. How did you manage to fall out of here anyway, son? Oh, you know, just one of those things. Well, how'd you get so far from the house? I rolled. Rolled? Yeah, I don't know, Dad, I guess. Why are you bugging me? I guess we live on a hill or something. I just rolled, okay? Jeez. You know,
I was just telling your mother the other day that our block felt a little steep. I'm gonna bring this up at the next block association meeting. You mark my words. My son can't even sleep in his bedroom at night without ending up in the park. Dad, don't you get weirded out with these birds around constantly? I feel like they're watching me. You know, I think you're developing an unhealthy obsession with these birds, son. They're God's creatures, Dad, just like yeah, you great, and me. Great, Dad. Dad, great. Just great, relax. Dad. Yeah, when Dad. God comes back yes. in a few days, everything will great, be different. Great, Dad. Yes, great. You know we're boarding up your windows for your own good, right? It's not because we don't love you. Whatever. Полуальтернативный конец фильма. Так как фильм несет в себе нотки пропаганды, я хотел включить в конце фильма речь M. Strange Dota, но решил остановиться на текстовом послании. Alright, y'all. We've reached the end of the road. From this point on, there will be no more tricks, no more special effects, loud noises, or misleading imagery. That part is over. But this is the most important part of your journey. This is not a scare tactic or some guilt trip we're trying to lay on you. As you saw in the film, some people ascended to heaven with Cain, while the others were left on the ground to burn beneath his feet. If God were really to return tonight, do you know where you would go? And do you really know, or do you think that you do? You are taking a chance on your soul for eternity. Cain needs soldiers for his army. We need to fight the evil one every way we can. Whether it's joining the Oswald Evil Protection Squad or teaching your children the dangers of asking too many questions, so they do not end up like the kids you saw in the film tonight. And also so you don't end up like their parents. So what y'all gonna do? Are you gonna stay on this side of the wall and protect our way of life? Or are you gonna venture to the other side and become a black-winged demon or mutated animal slave? The choice is up to you. Can I get a Hail Cain? Can I get a Hail Cain? Can I get a Hail Cain? Мариус не может заснуть. В ранней версии фильма у Мариуса были проблемы со сном. В одной из сцен Мариус проснулся ночью и видел прилетающую на подоконник птицу. Так как это одна из самых первых сцен фильма, она идет без звука и анимации. Hey, big guy, you have any dreams? Shucks. Well, don't you worry about it. You will soon, I promise. Расширенная версия ТВ-шоу. Это расширенная версия Кейн ТВ-шоу. В ней было несколько частей. Эта версия была только с предварительной аудиообработкой. Финальная версия была уже отполирована. Dantine, are you sure it's safe to be carrying this child so close to the wall while holding a sign that says, I don't love you, Cain? Sometimes you just gotta walk on the wild side, little Johnny. Besides, Cain ain't the boss of me. I'm my own man. In fact, I'm thinking of maybe even eating meat on Fridays and slapping my wife in the mouth. Now, Mr. Dantine, say it ain't so. Don't denounce Cain. Don't do it. Please don't do it. Ah, Citizen Dantine, hereby denounce our Lord and Savior Cain. I want to be the evil one's bitch now.
Oh no, Mr. Teen, it's the evil one! I am the evil one! I want to come into your homes and corrupt your youth! I want to steal your pets and eat all your disgusting worm souls, and there's nothing any of you can do about it! Oh my god, what have I done? I've doomed us both! If only I could turn back time! If only I could accept and love Cain for the perfect, non-flawed individual that he is! Stop right there, you fiend! Holy fucking shit, it's Cain! No! I'm here to destroy this place! I will have my way with all the children! You will do no such thing! I cast you back to the place from which you came! No, Cain, no! I love you, and everything is my fault, and not yours! You are so much better than me at everything, and better looking than me, too! Please take me back, Cainy Pie! Please! Goodbye, bitch! Well, thank you ever so kindly, Mr. Cain. I will hereby love you forever and do whatever you say. Yes, yes, that's great. Ladies and gentlemen, do not take pity on her. You will find that once the evil one's minions have all been purged from our society, that heaven will be a much brighter and better place. Well, gee willikers, Mr. Cain, why are you just so fucking great? Didn't I tell ya? Didn't I tell ya? Oh, I told ya. Oh, I told every single one of you. Who is the man? Who is the motherfucking man? I am the motherfucking man. I am the main motherfucker. I'm the motherfucking man.